Полтысячи молдавских, румынских и американских солдат примут участие в совместных учениях «Огненный щит». Они пройдут с 10 по 22 сентября. В ближайшие дни на дорогах Молдовы появится военная техника. Она будет перемещаться из мест постоянной дислокации войск в учебные центры в северных, южных и центральных районах. Как сообщает Минобороны Молдовы, учения направлены на повышение уровня оперативной совместимости участвующих в них армий. Запланированы стрельбы с применением пехоты и артиллерии. Ранее Минобороны Молдовы анонсировало 4-е за год учение войск с привлечением резервистов. Они начнутся почти сразу по окончании маневров «Огненный щит» и продлятся до 29 сентября. Резервистам, которые получат повестки и уклонятся от участия в учениях, грозит штраф до 32,5 тысяч леев или до 150 часов общественных работ.